Всем привет, мои демонята! С вами снова я, Галинчик Крафт. И сегодня я буду отвечать на те вопросы, которые вы мне задали. Погнали! И первый вопрос. Я буду в будущем снимать Майнкрафт. У меня даже есть некоторые планы на будущее. Я хочу себе купить компьютер, наушники, там, вебку и все остальное для того, чтобы снимать Майнкрафт. Но если вы хотите, чтобы я дальше рисовала, вы можете написать это в комментариях. Я буду продолжать рисовать там на заказ то, что вы хотите, то, что вы напишите в комментариях. Ну, играю я, ну, я в основном играю в Майнкрафт. Я рисую всякие вот эти рисунки, которые вы мне просите в приложении Edispaint X. Редактирую я в CapCut'е. Делаю такие анимации про драконов, флипоклип. И есть еще одна игра, Дусцетли. Я в нее тоже играю. Ну, у меня еще есть очень много приложений с модами для Майнкрафтов, но они у меня так или... Просто так, короче. Я их не удаляю. Вот так вот. В основном я сижу в телефоне и я записываю ролики. Мне это очень нравится. Мне нравится играть в Майнкрафте. Мне нравится рисовать и в телефоне, и на листе. Я потом могу... Я кое-что нарисую и покажу вам то, что я нарисовала на листе. Это было очень давно. Вот. Надеюсь, вы оцените. Вот. Я также люблю погулять на улице. Когда очень жарко, я люблю купаться в бассейне, который у нас есть на своем участке, так как я живу в деревне. Вот так вот. Я еще слила, где я живу. Вот. Я вас не просто всех люблю, я вас обожаю. Я вижу, что вы смотрите мои ролики и лайкаете их. Также пишите в комментариях всякое. Я вас всех очень люблю, я очень рада, что вы у меня есть. Спасибо вам за все. Всем удачи, всем пока.